أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и продолжаем серию передач, посвященных теме ваххабизм. Для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого нашего гостя Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллах. Уважаемый Шейх Гурбан, на последней именно передаче вы объясняли о том, что фетва, которая сегодня имеет ваххабиты, допустим, мнение Мухаммада ибн Абдуль Вахаба полностью противоречит четырем мазхабам суннитским, что касается маликитов, шафитов, хамбалитов, ханафитов. В основном практически всем этот такфиризм, так сказать, мнение о том, что нужно человек вывести из ислама из-за его деяний, противоречит этим мазхабам, приводили мнение этих ученых, имамов этих мазхабов. Хотелось бы продолжить данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Мы, разбирая такфиризм Мухаммада ибн Абдул Вахаба, коснулись мнения, как вы совершенно верно упомянули, предшествующих Мухаммад ибн Абдул Вахаба ученых. В связи с этим коснулись мы мнения ханафитского мазхаба, маликитского мазхаба, шафиитского мазхаба. И это, кстати, мнение, которое мы приводили, это всего лишь отдельные примеры таких высказываний у представителей этих четырех мазхабов, у великих и выдающихся лидеров этих мазхабов огромное множество. То есть мы можем долго эти цитаты приводить. Мы просто в качестве примера. И мы увидели, что не только эти четыре мазхаба, но и сам Ибн Таймия, но и такие его ученики, как Шамсуддин Дахаби, в конце своей жизни Ибн Таймия, в частности, в конце своей жизни изменил свою точку зрения. И Шамсуддин Дахаби был не согласен с тем, что творит, и что с теми фетвами, которые выносит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, который стал выносить. То есть у него тоже мнение совсем другое, хотя Шамсуддин Дахаби является тоже авторитетом для все-таки как-никак ученик и выдающийся ученик Ибн Таймии, человек, который совершил огромный труд, проделал в области исламских наук. Шамсуддин Дахаби, у него есть книги по истории, по риджалу и так далее. То есть это человек, который по хадисоведению, у него есть книги. То есть труд был проделан огромный, то есть он является авторитетом. Это то, что касается мнения суннитских ученых, суннитских мазхабов, в том числе Абу-л-Хасан аль-Ашари мы приводили. Но теперь давайте немножко взглянем на глубже, оставим эти, закончим с этими вопросами, которые мы обсуждали, мы сравнивали такфиризм Мухаммад ибн Абдул-Вахаб с аятами Корана, священного Корана, с сунной и так далее. Теперь давайте посмотрим, не будем обращаться к мнению других ученых, не будем обращаться к аятам священного Корана, не будем обращаться к хадисом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы это уже сделали. Посмотрим на то, что говорит сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Посмотрим на всю совокупность его идей, которые он излагает в своих книгах, в своих трудах. И здесь мы, бросив такой взгляд на его труды, собрав его труды, его высказывания в его трудах, по поводу такфиризма, по поводу этого вопроса, сложив о его убеждениях общее мнение, то есть целую картину, мы обнаружим очень интересные вещи. Поэтому предлагаю приступить к этому, посмотреть, что говорит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Здесь, прежде всего, нам нужно коснуться одного очень распространенного и известного вопроса в ваххабитской среде. Среди ваххабитов это очень известно. Почему? Потому что сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб постоянно об этом говорит не в одном своем труде,
Он об этом говорит, то есть в нескольких трудах говорит. Его ученики, его последователи, толкователи Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, те люди, которые пришли после него и тоже писали труды, постоянно повторяли то, что он говорил. Это очень известно. Что это? Это то, что он поделил таухид на три части. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что есть три вида таухида. Таухид рубубия, первый вид. Таухид улухия, второй вид. И таухид таухиду сифат. Таухиду сифат. Три вида. Это во-первых. Это нужно иметь в виду. Например, в своей книге, не в одном месте он об этом говорит. Приведем пример. Например, в книге «Хамсуна суалан ваджавабан филь акида». У него есть книга такая, где он приводит 50 вопросов и дает на них 50 ответов. То есть 50 вопросов, 50 ответов. Небольшая буквально книга, очень маленькая, и короткие вопросы, короткий ответ. И здесь, обратите внимание, 40-й вопрос. «Ма хия анва ат-таухид?» Какие имеются в виду, какие имеются виды единобожия, какие имеются виды таухида, спрашивает он. И сам же отвечает, говорит, таухид ар-рубубия, таухид ар-улухия, таухид ас-сифат. Три вида. Три вида таухида. Давайте посмотрим теперь, согласно мнению Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, что из себя представляет каждый из этих видов? Что это такое? Что такое таухид рубубия, что такое таухид улухия, что такое таухид сифат? Что он имеет в виду? Начнем с первого. Таухид рубубия. И в этой же книге Хамсуна Суалян он отвечает на вопрос о том, что такое таухид рубубия. Хотя и в 40-м вопросе он об этом говорит. Что такое таухид рубубия? Коротко, он говорит о том, что таухид рубубия – это убежденность, не деяние. Таухид рубубия – это из категории убеждений, из категории веры, не из категории деяний, поступков, а из категории убеждений, во-первых. Это убежденность в том, что только Аллах создает. Это убежденность в том, что только Аллах дает пропитание. Только Аллах выращивает, например, деревья, растения и так далее. И вообще все, что происходит, все действия, все события, действия, процессы, которые происходят во Вселенной, происходят только и только по решению и по воле единого Бога. Если кто-то в этом убежден, если кто-то считает таким образом, значит он придерживается и он исповедует таухид рубубия. Это таухид рубубия. Да? Например, в том же самом 15-м вопросе, он задается вопросом: «Маль фарку бейна таухид рубубия ва таухид улухия?» Он говорит, какая разница, в чем разница между таухид рубубия и таухид улухия? И отвечая на этот вопрос, он объясняет, что такое таухид рубубия. Обратите внимание, он это называет «фи'лю рабб», он говорит. Отвечая на 15-й вопрос в книге «Хамсуна суалан ва джавабан фил акида», говорит «таухид рубубия фи'лю рабб». Фи'лю рабб, то есть таухид рубубия – это убежденность относительно действий Бога. Какая убежденность? Убежденность в том, что все действия принадлежат Богу. Он все совершает, он выращивает, он все делает он. Все действия принадлежат ему, все действия исходят от него. Мислюль халак, например, такое как творение, созидание, варризк, дарование пропитания, валихья, оживление, оживляет мертвую материю. Была
было яйцо, стало курица. Так? Это ихья. Валь имата, умертвление. Человек умирает, животное умирает, растение умирает, дерево умирает. Все это делает Бог. Ва инзалуль матар. Дождь по воле Всевышнего. Ва имбатун набатат. Растения растут и развиваются по воле Всевышнего. Ва тадбируль умур. И управление Вселенной. Все это в руках Бога. Только единого Бога. Это фиэлур Рабб он называет. То есть таухид рубубия он называет фиэлур Рабб. Таухид рубубия это действие Бога, он говорит. Таухид рубубия это действие Бога. Да, он это, для него это синонимы, потому что он так и говорит. Таухид рубубия фиэлур Рабб. Действие Бога. А какое это имеет отношение к нам? Да, вы спросите. Если это действие Бога, какое это имеет отношение к нам? Мы же говорим о нашем единобожии. А имеет такое отношение, что мы должны верить в это. Верить в то, что все эти действия совершаются Богом. Так? Но здесь появляется интересный нюанс в этом вопросе. Интересная деталь в этом вопросе относительно Тохид Рубубия в убеждениях Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Мы поняли, да, что такое Тохид Рубубия? То есть мы уже выяснили из убеждения самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, что такое Тохид Рубубия. Но по поводу Тохид Рубубия Мухаммад ибн Абдул-Вахаб имеет оригинальную идею. У него есть оригинальный взгляд на Тохид Рубубия. Во-первых, он в 40-м вопросе Хамсуна Суалян, 40-й вопрос, где он задается, сколько видов таухида, он отвечает три вида, и он перечисляет. И после того, как он называет таухид рубуби, он говорит, «Хуалляди акарра бихиль куффар». Таухид рубубия – это то, что признают неверные. Таухид рубубия – это то, что признается неверными. Неверными. Это то, во что верят неверные. Это Таухид Рубубия. То есть это его отношение, его взгляд относительно Таухид Рубубия. Хуаллади акарра бихиль куффар. Это все? Нет. Он говорит, что Таухид Рубубия, как следствие, то есть из того, что он говорит, Таухид Рубубия не делает человека верующим. Мусульманам, если ты веришь, что все совершается Богом, что причиной всего является единый Бог, то ты еще не мусульманин. То есть это в отношении кого? В отношении тех, кто вообще уже не принял важно, ислам? не важно, не важно. Ты говоришь, я придерживаюсь того и другого. Я говорю, ну и что, ты не мусульманин. Это не значит, что ты мусульманин. То есть в этом смысле. То есть даже если я признаю пророка и загробную жизнь, это имеется в виду или нет? Нет, имеется в виду, что если ты признаешь, что Таухид Рубубия, это еще не значит, что ты мусульманин. Это еще не все. Это еще не делает тебя мусульманином. Он говорит, акарра бихиль куфар. В это верили и неверные. Верят неверные, он говорит. Верили неверные. Это не делает тебя мусульманином. Не ссылайся на то, что ты считаешь веришь в единого Бога и считаешь, что все принадлежит ему, и что он единственный творец Вселенной. Не ссылайся на это, на эту свою веру, потому что этот тебя мусульманином. Это я считаю, что мнение всех ученых уже таково. То есть недостаточно верить в единого Бога. Надо еще и признать и пророков, и загробную жизнь. Дело не в пророках, дело о вере в Бога. Здесь в этом вопрос. То есть мы обсуждаем сейчас эту часть идеологии. Мы не говорим сейчас о пророке. Да, пророк, допустим, ну хорошо, пускай так будет. Если ты признаешь пророка, Загробную жизнь. Есть загробная жизнь и так далее, и при этом ты Веришь в единого Бога? веришь, что Таухид Рубубия, ты еще не мусульманин. Это Это когда удивляет уже. тебя не дело. Пророк и другие вопросы мы сейчас не обсуждаем. Я понял. Мы обсуждаем сейчас Таухид, то есть эту сторону вопроса. То есть это не делает тебя мусульманином. Уважаемый Шейх Гурбан, если вы не против, мы Перерыв. прервемся, да, на Хорошо. перерыв. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим эту тему.
Уважаемые наши телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой говорили о ваххабизме. Уважаемый шейх Гурбан, вы привели мнение Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба, где он объясняет о том, что человек, верующий в единого Бога, то есть именно Таухид Рубубия, когда человек верит, что все, что вокруг него происходит, это с позволения Аллаха, это не делает еще его мусульманином. Вот Да. хотел продолжить. Да, и мы привели его слова, говорит, и это то, во что верили Неверные. неверные. И вот это была цитата из книги Хамсуна Суаля, но вот что он говорит в Кяшфу Шубахат, у него есть еще книга такая, Кяшфу Шубахат, это буквально самое начало этой книги, 5-6 страницы. Он, говоря о неверных, каких неверных, которые были во времена невежества, Мушрики. да, многобожники, мушрики, идолопоклонники. Говоря о них, говорит, мукируна би таухид рубубия. Они верили в таухид рубубия. Что эти мушрики верили в таухид рубубия. Валям юхриджухум далика мина ширки фил ибада. Но при этом они не переставали быть идолопоклонниками, они не переставали быть многобожниками. То есть, признавая таухид рубубия, они Оставались мушриками. оставались мушриками, многобожниками. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. Он говорит, когда мы уже выяснили, когда уже доказано, когда уже выяснено до конца, что они верили в таухид рубубия, но при этом мусульманами из-за этого не стали. И, то есть, веря в таухид рубубия, они из-за этого мусульманами Не становились. не становились. Ну и дальше там я Он говорит о том, что даже после этого, несмотря на это, все же посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с ними вел борьбу, вел сражение. Или же в другой своей книге «Арсалю Шахсия», тоже он, то есть это неоднократно он говорит, неоднократно приводит, в «Арсалю Шахсия», это 65-я страница, он говорит следующее, «Ат-таухид нуан», «Таухид рубубия», «Таухид два вида», Это Таухид Рубубия. Что такое Таухид Рубубия? Вахуа анна Аллах субханаху мутафарридун бил халки ва тадбир анил малаики вал анбия ва гайрихим. Таухид Рубубия это когда ты считаешь, что только единый Бог управляет всем мирозданием, не, и у него нету соучастников в лице ангелов или же пророков или еще кого-то. Гайрихим. Вахада хаккун ла буддамин. Это истина, то есть в это нужно верить. Ла буддамин. Лакин ла юдхилу раджуля фил ислам. Но это не делает человека мусульманином. Вера в это, таухид рубубия, не делает человека мусульманином. Ли анна аксаран нас мукируна би. Потому что большинство людей убеждены в этом. Убеждены в этом в той и другой. Большинство людей, то есть Близки к не этому. большинство мусульман, а в России, большинство вообще живущих на земле людей считают, что он един в этом. И здесь как бы он говорит, это не делает человека мусульманом. И также в Кеш Шубахат он говорит о том, что подчеркивает то, что несмотря на это, несмотря на то, что люди верили в Таухид Рубубия, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался с ними из-за этого. Даже, то есть, даже после этого сражался с ними. Даже после того, как они стали муваххидами ар-Рубубия. То есть уверовали в Таухид Рубубия. Он в Кеш Шубахат на 7-й странице говорит, وتحققت أن رسول الله قاتلهم. Что доказано, он говорит. Доказано, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, сражался с теми, кто веровал, кто уверовал в Таухид Рубубия. Кто уверовал в Таухид Рубубия, с ними посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, сражался. Я коротко повторю то, что мы уже сказали, то есть он говорит,
Таухид имеет три вида. Это рубубия, это улухия, это таухиду сифат. И мы до сих пор обсудили таухид рубубия с точки зрения Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Что такое таухид рубубия? Таухид рубубия — это когда ты убежден, что творцом, создателем всего и тем, кто управляет всем мирозданием, является только единый Бог, и никто другой его соучастником не является. У него нет соучастника в лице ангелов, джиннов, нет соучастника в лице пророков или каких-то других людей, праведных людей или неправедных людей и так далее и тому подобное. Он говорит, это есть таухид рубубия, это во-первых. Во-вторых, таухид рубубия является убеждением большинства людей, в том числе и убеждением мушриков и идолопоклонников, многобожников времен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он говорит, они из-за того, что уверовали в таухид рубубия, мусульманами не стали. Даже после того, как они уверовали, стали муваххидами в этом смысле, муваххидами в смысле рубубия, даже после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с ними сражался. Да? Это все на самом деле... это всего лишь попытка, да, то есть что он хочет сделать? Он хочет лишить своих современников, мусульман, лишить аргументов против себя. Они говорят, то есть мусульмане, современники Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорили, что если даже ты прав в том, что мы совершаем ошибку и что мы совершаем грех в тех или иных своих поступках, если даже ты прав, все-таки мы не перестаем быть мусульманами. Почему мы не перестаем быть мусульманами? Потому что мы верим в таухид рубубия, потому что мы верим, что только единый Бог и то, что Он все создает и всем Он управляет, мы в это верим. А раз так, значит, мы остаемся мусульманами. Он говорит, нет. Мушрики, они тоже верили в это, но они не были мусульманами. И большинство людей верят в это, но они не являются мусульманами. И здесь он ссылается на некоторый аят Священного Корана. Давайте с этими аятами тоже ознакомимся. Например, в суре Юнус, 31 аяте, Всевышний говорит: «Куль ман ярзукукум минас самаи валь арды, амман ямлику сам'а валь абсар». وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Кто дарует вам пропитание из небес и земли? Тот, кто владеет слухом и зрением, и тот, кто оживляет мертвое и умертвляет живое, он... وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. И тот, кто управляет всем, то есть, кто это все делает, кто управляет, وَمَنْ يُدَبِّرُ, кто управляет всем мирозданием, فَسَيَقُولُونَ Аллах. Они ответят тебе, в этом аяте говорится, что они ответят тебе, что Аллах. То есть, они ссылаются, он ссылается на этот аят в этом своем убеждении. В том, что неверные также верили в это во все. Да, то, что они тоже, у них тоже была вера в таухид рубубия у мушриков. И другие аяты, такие, например, как 80, аяты с 84 по 89 аяты суры верующие, суры мумину. Это что касается таухид рубубия. Ну, то есть вы можете обратиться к этим аятам. Здесь также имеются... схожих с предыдущим аятом смысл. Он на эти аяты опирается и ссылается на эти аяты, чтобы вот доказать эту свою точку зрения. Итак, теперь, если нам позволит время, мы посмотрим на второй вид, потому что он здесь говорит, что три вида имеется. И вторым видом является таухид улюхия. Так, что такое таухид улюхия? Он говорит в этой же своей книге. Здесь говорит: «Хуа ихласу л-ибадати лиллах вахтах мин джами'и л-халаки». Он говорит, что таухид улухия, когда все свои поступки, все свое поклонение,
раб, творение, человек посвящает только и только и только и только единому Богу. Все свое поклонение посвящает ему. Поклоняется только и только ради довольства единого Бога. Все. Ихлас. Хуа ихласу л-ибада. Таухиду улюхия – это ихлас. Таухиду улюхия – это ихлас. И как он говорит, то есть он назвал таухид рубия фи'лур раб. Правильно? Он говорит, таухид рубия – это деяние Бога. А таухиду улюхия, он говорит, это фи'лур абд. Он называет. Деяние раба. Деяние раба. Другими словами, проще говоря, таухид рубия – это убеждение человека. А таухид улюхия – это уже его поступки, это уже деяния, это уже к убеждениям отношения не имеет. Здесь уже речь идет о действиях и поступках, о деяниях. Это то, что он говорит по поводу, то есть, что это за вид таухида. Таухиды улюхия – это когда человек полностью посвящает свое поклонение, свое богослужение, посвящает только единому Богу, и все. Ихлас. Полностью, не смешивая, не делая... Искренность у него есть. Да. Не вмешивая в это довольство кого-то еще помимо Бога. Да, ихлас. Искренность, как обычно переводится. Ихлас. То есть ихлас что значит? Это, вот, на примерах объясню, потому что, как правило, примеры доступнее, понятнее. Если человек, например, совершает молитву, чтобы... И Бог доволен был им, и еще отец был доволен им, это уже не ихлас. Здесь ихласа уже нет, потому что ихлас – это когда ты полностью свою молитву, например, намаз свой посвящаешь единому Богу. А здесь он взял своего отца, соучастники с Богом в этом поклонении, потому что здесь ихласа уже как такового нет. А что такое ибада? С точки зрения Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, это тоже важно, это тоже нужно, потому что мы говорим, что он говорит, что человек должен посвящать все свое поклонение единому Богу, и ничего ни ради кого другого свое поклонение не должен делать, даже в малейшей степени. Да? А что это такое поклонение? Что он должен посвящать только единому Богу? Здесь он уже перечисляет в 16-м вопросе. Потому что... У нас время подошло к концу, если вы хотите... Да, часть... вот в 16-м... Не успеем. В 16-м вопросе той же самой книги Хамсуна Суалян он спрашивает, «Махия анвау либадат?» Что такое... Что за виды поклонения? Какие виды поклонения имеются? Какие деяния имеются, которые подпадают под понятие поклонения? Ну, с позволения Бога обсудим это, продолжим обсуждение. Иншалла, будем ждать вас с нетерпением на следующей передаче. Уважаемые наши телезрители, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Я надеюсь, что она была очень полезна для вас. Иншаллах, на следующей передаче мы продолжим обсуждать данную тему и разберем более подробнее данный вопрос. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.